Здравствуйте, я Тони Алкони, тренер международного класса. Рад приветствовать вас на своем авторском мастер-классе по алкотренировкам. В первой части, которая собрала более 100 тысяч просмотров, мы с вами изучали технику разминки печени перед тем, как перейти к рабочим нагрузкам. Сегодня мы с вами разберем технику безопасности на тренировке, технику дыхания и количество подходов. Первое. Никогда не тренируйтесь один. У вас должен быть как минимум один, а лучше два напарника. Перед каждым подходом делаем хлопок. Я позже объясню зачем. Подходим к снаряду. Перед тем, как сделать подход, делаем хлопок. Глубокий вдох. Выдох. Подход. Занюхиваем. Между подходами 2-3 минуты. Не расслабляемся. Количество подходов определяется количеством хлопков. Как только вы перестали попадать, ваша тренировка завершена. Берегите печень, всем мира, спорта и добра.